Это Александр, 40 лет. Вот посмотрите, как это было. Днепропетровцы вели мяч из-за боковой линии. Борьба за мяч. И что было дальше? А дальше подключился к атаке защитник Днепропетровцев, 40 лет. И отменным ударом сходу отправил мяч в ворота Арарата. Вот посмотрите, как это было сделано. Вместе с вами посмотрим. Атакуют днепропетровцы. Да, вот здесь ошибка двух защитников Арарата. Сильный удар и точный удар Игоря Шквырина. И счет в матче стал Днепр-Арарат. Разыгрался сегодня Днепр, лидер чемпионата. Вот посмотрите, как Николай Кудрицкий забил третий гол в ворота ереванского Арарата. 26-летний полузащитник Днепра, который в этом сезоне стабильно играет в основном составе команды. Очень много защитников штрафной площадки Арарата, но тем не менее сильный и точный удар под прикладину Николая Кудрицкого принес успех Днепру.